Тепло в ногах, тепло в сердцах. Хит этого подарочного сезона – уютные носки. Почти все самарцы покупают для своих домочадцев именно их. Продавец Дарья Бегова и сама готовит для близких такой сюрприз. Говорит, что традиция дарить носки пришла к нам с Запада. Ну вот носочки, это же с Америки у нас пошло, что вот это там носки кладут конфеты, носочки – это символ Нового года, поэтому вот носочки у нас быстро разлетелись. У каждого самарца есть свои доводы в пользу выбора носков в качестве новогоднего подарка. Например, Елена Танаева рассказала нам удивительную притчу о Николае Угоднике. Празднуем Новый год, люди мы православные, а все знают притчу про Николая Угодника, как он на носочки положил 3 золотые монетки и на Новый год вручил девушкам бедным, нуждающимся. И отсюда как пошла традиция в носочки складывать какие-то сувениры. Может, эту же притчу слышал Санта-Клаус, поэтому на Западе появилась такая же традиция, но не носками едиными. В этот предновогодний сезон в тренде оказались туфли и пижамы, духи и сладости. Многие дети найдут под елочками куклы и машинки. Вариантов масса. Едино самарцы в одном. Плохих подарков не бывает. Ведь любой сюрприз – это уже счастье. Плохих подарков на Новый год просто не бывает. Главное, чтобы подарок был сделан с душой. Как нам кажется, очень символично было бы подарить родному человеку вот такого сладкого петушка. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События.